Салям алейкум. Представьтесь, пожалуйста. Мисратова Сине. Что сегодня произошло? Где-то половина седьмого, может быть, без 15:07. Постучались в дверь, вернее, позвонили. Вот, и попросили убрать детей в зал. Вот, нас отвели в кухню. Вот, сказали предоставить все документы, телефон, компьютер. Вот. Они это все изучали, смотрели. Потом составили какой-то протокол и начали проводить обыск, начиная с кухни. А предъявили какие-нибудь документы, свои удостоверения? Да. Ну, они на улице нам все показали, сказали, что по поводу взрыва, как это, электростанции, газопровода да, в Алуште и Валуке. Я даже, если честно, не слышала об этом в новостях. Это было где-то в конце октября, в начале ноября. Вот. Естественно, я сказала, что мы ничего об этом не знаем, и начали проводить обыск. А понятые присутствовали? Да, но мы их не знаем. А вы при обыске, вам разрешали передвигаться вместе с ними по дому, чтобы... Да, да. Единственное, только к окнам мне разрешали подходить. А как они себя, вежливо вели, не грубили? Нет, спокойно, вежливо. Всяких грубостей. А это были полицейские или из ФСБ? Я не поняла. По-моему, ФСБ. Я чисто волновалась сильно, поэтому я неплохо прочитала, что там было написано. Что-то изъяли? Нет. Но они все зафиксировали, все написали. Ничего не нашли, получается, да? Mm-mm. Ничего не забрали, никого не забрали? Нет. Ну, единственное, что переписку все они просматривали. Угу. А что-нибудь спрашивали? Допрос какой-то проводили с вами? Что спрашивали? По поводу бывшего мужа и его брата. Брата также родного допрашивали. Угу. Цагомус, ах, разумус.